Споры о застройке этого пустыря продолжались не один год. Заезжие коммерсанты настойчиво пытались отвоевать этот участок для того, чтобы построить здесь жилой дом. Это сразу вызвало недовольство и местных жителей, и работников диспансера. Напомним, что акция по защите этой территории от застройщиков прошла еще в начале августа 2012 года. В итоге просьбы горожан были услышаны. Подход один. В общем, никакого жилого дома там быть не должно. Анатолий Николаевич, зарубите раз и навсегда. У себя я тут поразберусь, кто там что, какие выгоды выуживает с этого. Местные жители уверены, что на этом месте должен быть небольшой сквер, где также могли бы отдыхать и те, кто проходит лечение в кардиологическом диспансере. Мне хотелось, чтобы это довели как-то дома, построили здесь что-то для детей и для больных, чтобы можно было отдохнуть. На данный момент Управление имущественных отношений предложило строительной компании «Покровские ряды» рассмотреть в качестве альтернативы для строительства многоквартирного дома другой земельный участок по улице Есенина в Володарском районе. Екатерина Зодина, Евгений Седачев, события Брянск.